Приветствую вас на моем канале. В этом видео речь пойдет о DVB-T2 антенне. У меня есть вот такой вот тюнер DVB-T2. Называется Strong SRT8203. Но этого мало. Для этого нужна антенна. Я приобрел самую дешевую, которая существует на рынке, антенну DVB-T2. Она называется EuroSky ES008 Omega. Антенна с активным усилителем. Как она упакована? Важно посмотреть на таблицу. На таблице указано, что диапазон частот 170-862. Не знаю, наверное, мегагерца. Усиление 20 дБ, 28 и максимальное 30 дБ. Потребляемая мощность 0,25 Вт. В принципе, можно посмотреть по характеристикам описания. Как проверить мощность антенны или саму антенну, может помочь один сайт. Вот сейчас вы на него смотрите, необходимо ввести свой адрес, и на сайте будет сразу же указана ближайшая телевышка и ориентировочное качество сигнала. У меня, как вы видите, на сайте видно, что должно быть качество сигнала, прием сигнала очень хороший. То есть теоретически я должен получить 32 канала DVB-T2. Комплект должен быть минимал. То есть просто антенна. Я ее попробую аккуратно открыть. Вот это чек. В среднем это около 4 долларов такая антенна стоит. В дюбеле можно без проблем эту антенну на стену прикрепить. Или двухсторонний скотч можно будет приклеить. Я пока этим заниматься не буду, но покажу непосредственно саму антенну. Вот. Антенна такая вот. Написано EuroSky. Эта рамка, она, видите, может так двигаться в разные стороны. С одной стороны фиксируется, можно даже ее вот так вот как-то прикрепить. Вот так вот. Или так вот положить. Стандартный телевизионный разъем антенны, кабель двухметровый. Переключателей здесь абсолютно никаких нету. Опознавательных знаков, что какая-то антенна, тоже нету. Ну, я думаю, что самая она самая дешевая. Посмотрим, как она будет работать. Последний этап, который остался, это непосредственно подключить антенну. Я беру, раскручиваю кабель. Вот, 2 метра кабеля, и подключаю, и теперь настраиваем. Включил тюнер, необходимо, наверное, проинициализировать настройку заново. Пин-код обычно это 4.0, нажимаем далее, питание включено. И сразу видите, после включения питания сразу 100% мощность. Я поставил антенну немножко выше, изменил ее положение. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Задавайте вопросы в комментариях.